Далее к новостям республики. Спрос на ипотеку в Башкирии продолжает расти. В прошлом году выдано более 30 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 43,5 миллиардов рублей. Отмечу, что по уровню закредитованности населения Башкирия традиционно входит в десятку регионов страны. По этому году на 1 марта выдано уже 3189 ипотечных кредитов объемом порядка 4,7 миллиарда рублей. Уровень ставок по ипотечным кредитам составил 12,1, и это тоже ниже, чем цифра подобного же периода 2016 года на 0,5%. При этом Башкортостан на 4-м месте по введению жилья в эксплуатацию, но социального жилья по-прежнему не хватает. Для решения этого вопроса создана программа обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это молодые семьи, это бюджетники, это люди, стоящие в очереди на улучшение жилья, это там жилье российской семьи. То есть все программы, которые сейчас есть, они все туда входят. То есть достаточно обширный список. В Уфе на ближайшие несколько лет запланирован ввод именно жилья по этой программе порядка 100 тысяч квадратных метров. Добавлю, что до 2025 года в республике планируют построить 4,5 миллиона квадратных метров социального жилья.